Не так много во Франции и в мире вообще городов, которые практически не изменились с 12-13 веков. И вот город Провен как раз один из таких. Это километров 80 от Парижа всего-то навсего, и вы как на машине времени едете на автобусе сюда, в окружении вот этих стен, вы попадаете. Когда-то Провен в Средневековье был важным центром ярмарочной торговли, и графы шампанские как раз выстроили огромную, большущую крепостную стену, которая город окружает. Вы видите, как совершеннейшими инопланетными существами выглядят современные грузовики в Провене сегодня, потому что машина, современность, 21 век не вписываются абсолютно в этот город. Вы, проходя вот через эти ворота, оказываетесь действительно внутри крепостных стен 13 столетия. Это большое удовольствие. Побродить здесь стоит. Мы в рамках тура прогулки по Парижу. Из Парижа чуть уехали для того, чтобы погулять по Провену.